Десятки верблюдов, сотни буренок и лошадей. Всего за год начинающему животноводу и жена Курганского района Кызылординской области удалось построить крупную ферму. Поднять бизнес в сельской глубинке 28-летнему Серику Мурзабаеву помогло государство. Молодой фермер – участник программ по развитию отечественного животноводства. С предпринимателем встретилась Райхан Тажибаева. Построить свою ферму Серик Мурзабаев мечтал с самого детства. Начинал с малого. Сейчас в его хозяйстве помимо овец и коз 60 голов верблюдов, 200 буренок и столько же лошадей. Весной молодой животновод планирует обеспечить местный рынок свежим молоком и мясом. По программе «Клан» получил 23 миллиона тенге, 10 миллионов тенге по программе «Алтнасык», еще 10 миллионов по программе «Сабага». Закупили скот, получаем субсидии за введение селекционных работ с маточным поголовьем и заготовку кормов для лошадей. При поддержке государства планируем увеличить поголовье скота и наладить производство кумыса. Забот у фермера хватает в любой сезон. Одна из главных – заготовка кормов на зиму. Решить ее помогают местные аграрии. К примеру, в хозяйстве Курмангазе Акбалаева уже 10 лет выращивают люцерну. В этом году ее собрали с гектара по 120 центнеров. Сейчас нашу люцерну ждут во всех животноводческих хозяйствах района. Расширить посевные площади и собрать хороший урожай помогло государство. В этом году размеры субсидий на эту кормовую культуру составили 16 тысяч тенге на гектар. В целом за годы независимости в животноводческих хозяйствах региона поголовье крупного рогатого скота превысило самый высокий показатель в истории области. У животноводов при Орале есть возможности, а главное – желание внести свой вклад в развитие отрасли. Райхан Тажибаева, Канат Инсибаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область, Хабар-24.